Вона юна і виваглива красуня. У неї немає пари. Зате є родичі та друзі, які хочуть допомогти їй зустріти справжнє кохання. Її чекають неймовірні побачення, найпікантніше з яких одразу з трьома хлопцями. Та не розніватися. Юбку заживала. Звращення. Вибір буде непростим. Хто з близьких нашої героїні справді знає, яка пара їй потрібна? Кохання починається просто зараз. Меня зовут Катя, и я тот еще деятель. В детстве соседские ребята называли меня своим пацаном. В 13 лет я была лучшим футболистом двора. В 14 лет я угнала родительскую машину ради забавы. В 15 стала членом Малой Академии Наук Украины. А в 16 лет начала самостоятельную жизнь в чужом городе. Сейчас мне 20, и я ищу себе партнера по жизни. Шукати собі пару наша красуня буде не сама. Їй допоможуть подруга Жанна. Жанна, кто-кто, но ты точно знаешь мои предпочтения в мужском поле. Да, Катюш, мы с тобой немало погуляли, повидали. Я на тебе надеюсь, Жанна. Да. Давай уже. Сделай правильный выбор. Коллега Аня. Привет. Привет. Аня, хоть мы с тобой не так часто и все-таки посещаем какие-то места, и не часто знакомимся с мальчиками, я надеюсь на твой вкус, и что ты не посоветуешь мне плохого. Я тоже надеюсь, что все будет хорошо. Та мама Ольга Михайлівна. Очень рада тебя видеть. За мной не заржавеет, Катюшка. Ну, давай. Посмотрим на твоего жениха. Ну что, девчонки, я надеюсь, хоть кто-нибудь из вас поможет мне найти спутника по жизни. Привет, меня зовут Жанна, и я подруга Кати. С Катей мы познакомились, когда мы вместе поступали в университет. Вообще, Катя очень добрый и открытый человек. Была такая ситуация, когда Катя встречалась со своим бывшим, но они расстались. И у него был день рождения. И Катя, тем не менее, решила, что она будет поздравлять его с днем рождения. Мы решили, что напишем поздравление ему под окнами на асфальте. И возле дверей квартиры мы приклеим ему поздравление. Ну, письмо поздравления. Когда мы попали в подъезд, то выяснилось, что Катя даже не помнит, в какой квартире он живет. Хотя они провстречались полгода. Начала рыться по всех почтовых ящиках. Нашла квитанцию на оплату квартиры с его фамилией. Нашли его квартиру, прикрепили ему поздравление. Также возле подъезда тоже написали с праздником. Несмотря на все это, как бы отношения уже не восстановились, потому что разбитую чашку не склеишь. Я не считаю, что такая девушка, как Катя, должна быть одна. Потому я и решила ей найти своего единственного. Дима, я знаю совсем недавно, мы с ним познакомились в интернете, но за это короткое время я поняла, что он очень добрый, открытый, а главное, активный человек, который нужен, в принципе, Кате, потому что она очень активная девушка. Но внешне, я думаю, они тоже очень будут красиво смотреться, потому что Дима такой обаятельный парень, и Катя такая сногсшибательная девушка. Ну, а Дима я не могу забрать себе, потому что все лучшие подруги. Привет, меня зовут Катя. Дима, очень приятно. Взаимно. Как ты относишься к железу? Железу очень позитивно, если оно на колесах. Из железа можно сделать очень много прикольных вещей. Да? Ты умеешь их делать? Да, я тебе сейчас покажу. Вот твоя рабочая одежда, но тебе придется переодеться. Держи. С удовольствием. Все, пошли.
место, куда он пригласил меня на первое свидание, свидетельствует о том, что он очень оригинальный. Я более чем уверена, что этот мальчик от Жанны. Потому что Жанна у меня тоже такая оригинальная. Обычная, симпатичная, милая девушка. Ну что, как тебе мой костюмчик? Ну прям королева металлолома. Да я шучу, шучу. Ты замечательно выглядишь так. Спасибо. Что, пошли? Костюм, конечно, да, ужасный. Дима мог пригласить куда-то более лучшее место. Главное, чтобы его сейчас Катя по руке не долбанула. Это извращение. Какая-то подкладка между Станком и Димой, я тебя чувствую. Для меня это не было тяжело, это очень интересно. На самом деле, как это было интересно понять, как это делается. Он сейчас сожжет себе причинное место. Ничего себе, ты сказала, что не умеешь. Вот так, немножко. Нравится? Да. Я думаю, я заслужил на поцелуй. Только в щечку. Хорошо. Диме, наверное, нужно было быть... стать слюсарем. Долго ли ты думал о выборе такого свидания? Да нет, мне как-то в голову стукнуло. Возможно, ты чем-то занимаешься подобным? Возможно. А чем ты занимаешься по жизни? По жизни? Живу в свое удовольствие. Ну, работаю. Такое. Девочки, клубы, машины. Так, немного связан с семейным бизнесом в ювелирной сфере. Ты именно занимаешься производством? Да. Распространение. Распространением и производством, и всем, что можно. А часто ли ты даришь девушкам своим какие-то драгоценности? Ну, довольно-таки часто. Если девушка этого достойна, то да. Одной своей девушке я подарил кольцо с довольно-таки большим бриллиантом. Кольцо с бриллиантом 1.5 карата. В честь юбилея года, не знаю, наших отношений. Вот, Катя, выбирай Диму, и у тебя обязательно будет колечко с бриллиантом. На самом деле, полностью достойно, не факт, что встретил. Если бы она была достойна, она, наверное, была уже моей женой. Я уже готов к серьезным отношениям. Если я встречу того человека, того единственного, точнее, девушку... Здесь ту единственную. Того не надо, Дима, пожалуйста. Ну, почему того человека? Я готов уже жениться, не важно то, что я молодой, но если мне что-то не понравится, я просто разведусь. Надеюсь, что я один раз в жизни женюсь, но не факт. Вообще, были ли в твоей жизни серьезные отношения? Да, была девушка, серьезные отношения, они длились больше 3 лет, 3.5 года. Да? А вообще в твоей жизни было много девушек? Достаточно. Ну сколько, например? Ну, чтобы ты сделал для них подарки. 3, точнее. А скажи, пожалуйста, ты живешь сам или с родителями? Ну, сам. Сам? И то есть ты должен быть самостоятельным мальчиком? Ну, конечно. И умеешь ли ты готовить? Умею, но не готовлю. Не люблю. Лень. А как же ты питаешься? Возможно, кто-то тебе готовит? Ну, бывает, кто-то готовит. Но вообще, ну, дома не питаюсь зачастую. Зачастую в городе. Как ты не поправляешься? Ну, так, не знаю. Мне ведешь активный способ жизни? Да я, наоборот, поправиться не могу. Хороший обмен веществ у меня. Надо глисты повыводить. Ну, видимо, он любит суши с сырой рыбой. Сейчас вес у меня 72 килограмма, но вот мне надо где-то 80-82. 10 килограмм. Я какой-то худой сильный. Скажи мне, были ли в твоей жизни, возможно, предательства, измены по отношению к тебе с твоей стороны? Ну, я предавал немного, но предавала. На пьяную голову, подвернулась, там-то, отдых, 5-10. Хотя бы он не обманывал, он сказал честно, это плюс. На самом деле Дима дамский угодник, но если его девушка по-настоящему зацепит, то я думаю, он и бриллианты будет дарить, и машины, и квартиры. Ну, как ты считаешь, ты эгоист по отношению к окружающим? Да. Да? Да, эгоист. Я эгоист и не считаю... Это плохо, потому что очень мало людей заслуживают на хорошее отношение к ним. То есть близкие люди мне дороги, а
На остальных мне наплевать. Дима, спасибо большое тебе за такое свидание запоминающееся. Я думаю, Кате понравился Диме. Ну, Диме точно понравилось, Катя. Нет, что я такого плохого ничего не скажу. Ну, в общем, он очень веселый, интересный, тусовочный мальчик. Діма вже на першому побаченні подарував Каті серце. Цікаво, який сюрприз готує для дівчини наступний кавалер. І чи вдасться йому зацікавити нашу героїню більше, ніж протеже її подруги. Привіт, мене зовут Аня, я одногрупниця Каті і помічник юриста. Мы с Катей познакомились на первом курсе университета, очень хорошо общаемся и дружим, работаем вместе в юридической компании и сопровождаем документацию фирмы. Нас вызвали поехать в эту фирму, сели вместе заполнять все документы. В этот офис ворвались мужчины в масках, в черном, с автоматами, и нас и всех служащих этого офиса положили на пол, начали что-то кричать неуразумительное, мы очень испугались, но, как оказалось, это очень веселый директор фирмы, так подшутил над своими работниками, это было 1 апреля. Катя очень хороший человек, поэтому я решила ей помочь в том, чтобы найти свою половинку. Максима я знаю еще с детства, со школы, мы вместе учились, хоть и не в одном классе, но довольно-таки тесно общались, он очень хороший человек, я его знаю во всех ситуациях, поэтому я думаю, что им было бы весело вместе с Катей. Я думаю, что у них бы все получилось. Максим довольно-таки спортивный мальчик и достаточно симпатичный, на мой взгляд. Кстати, с Максимом я не встречаюсь, потому что у меня молодой человек есть. Привет. Привет. Меня зовут Максим. Меня зовут Катя. Очень приятно. Взаимно. Я надеюсь, ты любишь воду? Смотря что мне делать. Ну как насчет покататься на катере? Я думаю, это отличная идея. Плаваешь хорошо? Да. Все равно, если плохо, я тебя спасу, не переживай. Я не сомневалась. Катя мне показалась очень скромной девушкой, но мне кажется, что для девушки это только плюс. Глядя на этого молодого человека, мне кажется, что он от мамы, потому что он такой вот, видно, что уже нагулявшийся, производит впечатление очень серьезного молодого человека. Это было бы смешно в конце. Здравствуйте, меня зовут Максим. Добрый день. Это Катя. Добрый день. Добро пожаловать. Он что, сам будет рулить эту яхту? Да ладно. Ну что, новые матросы готовы? Конечно. Да. Отдать швартовы. Как говорится, в жизни настоящий мужчина должен уметь сделать 3 вещи. Посадить дерево, родить сына и бросить якорь. Давай начнем с последнего. Отчаливаем. Будем поднимать паруса? Давайте попробуем. Подождите, стойте. У нее юбку зажимала. Все нормально, все. Я ее достала, выпрямила. Ты знаешь, существует такая легенда, что если проплывать под мостом и позвонить в колокольчик на яхте, то обязательно вечером сбудется желание. Серьезно? Поэтому нужно звонить вместе. Бери тоже колокольчик. Я думаю, теперь наши желания точно сбудутся. Что же он загадал? Наверное, Катя в лепестках роз, да? Титаник отдыхает просто на их фоне. Нам
Сегодня очень повезло с погодой. С Катей я отлично провел время на яхте. Мы с ней смеялись очень много. Я с удовольствием поплавала с ним на яхте, потому что в Киеве мне еще не приходилось этого делать. Ну, достаточно романтическое свидание. Я думаю, что было бы красивым началом их отношений. Катя, в честь нашей встречи я приготовил тебе небольшой сюрприз. Давай, давай сюда. Спасибо большое. Какие напитки ты предпочитаешь пить в жизни повседневные? Я очень редко пью алкоголь, но сегодня... С чем это связано? Горький опыт или по состоянию здоровья, возможно? Нет, скорее это спортивное прошлое. Расскажи мне, ты с Киева? Нет, на самом деле я не с Киева. Родители мои живут в Чернигове, там же я и родилась. К сожалению, никогда не был в Чернигове. Надеюсь, что Катя мне проведет экскурсию в этом городе уже вместе. А потом, как по банальной схеме, я закончила школу и поступила в университет киевский. И, соответственно, начала здесь жить. Тогда моя схема еще банальней. Я родился, вырос в Киеве, но очень люблю путешествовать. Да, и во многих странах ты был уже. Я больше всего люблю ездить в Европу. Я предпочитаю посещать, например, футбольные матчи, ходить по историческим местам. Я думаю, в компании с тобой я бы поехал в любое место. Да, ну, спасибо большое. Максим, ты подлиза. А какой отдых ты больше предпочитаешь, активный или пассивный? Что касается отдыха, я, конечно, предпочитаю более активный. А вот в том году я освоила сноуборд. Очень сильно подсела на это и надеюсь, что каждый год у меня будет возможность такая. Но и с удовольствием полежала бы где-нибудь на солнышке. Солнце, пляж, коктейли. В Дубае очень тоже хорошо загорать. Расскажи, пожалуйста, о своих отношениях. Были ли у тебя длительные, серьезные отношения с девушкой? В моей жизни, я думаю, к счастью, были всего лишь одни очень серьезные отношения. Но это в прошлом, и я надеюсь, что дважды на одни и те же грабли я не наступлю. Это было какое-то предательство? Давай оставим рассказы о нашей личной жизни. Не хочется, честно, просто конкретики. Может, какой-то другой там интимный вопрос, но не про отношения. Это такая история, там особо ничего рассказывать. Предпочитаешь, когда девушка занимается домашним хозяйством, создает уют в семье, в доме, или все-таки она вот как-то вот занимается работой где-то? Я буду только за, если у нее будет любимое занятие, которым она будет заниматься. И какие-то свои интересы, мечты, которые она будет воплощать. Потому что если человек не развивается, то он не стоит на месте, он просто деградирует. Вот семейная жизнь, она тебя пугает или наоборот? Ты быстрее бы хотела уже выйти замуж? Чем бы я ни занималась, но если меня не будет ждать дома любимый человек, любимые дети, то чем бы я ни занималась, это не будет приносить мне удовольствие. Поэтому семья для меня на... самое важное. Очень бы хотелось видеть себя депутатом Верховной Рады Украины. Такая девушка, как Катя, обязана быть хорошей мамой, потому что она честная, добрая и очень любит детей. А ты согласна, что в отношениях должен доминировать мужчина? Вообще, да. Я считаю себя достаточно сильной девушкой, но все равно мне бы хотелось, чтобы в какой-то вот момент я могла положиться на плечо, на мужественное плечо своего человека любимого. Отлично, потому что фраза «как ты скажешь, так по-моему и будет» — это как раз про меня. Да? Ну, в принципе, он похож на такого мужчину, для которого его слово есть законом, но я считаю то, что всегда нужно понимать друг друга и прислушиваться к совету своей второй половинки. Максим, спасибо большое тебе за такое замечательное свидание. Я, честно, под большим впечатлением. Хотела бы пригласить тебя еще на одно свидание, которое состоится чуть-чуть позже. Конечно. С Катей я отлично провел время на яхте. Мы с ней смеялись очень много. У нас с ней очень много общих интересов. Мне было о чем с ней поговорить. В общем, он охарактеризовал круг своего общения. И это позволяет мне догадаться, что это все-таки друг моей Ани. Після гарячого хлопця з металевим серцем у руках – романтичний кавалер на білосніжній яхті. Максим спробував втілити в життя мрію багатьох дівчат. Але наскільки він зумів вразити Катю? Тим паче попереду у дівчини ще одне побачення. Здравствуйте, мене звати Ольга Михайловна, я мама Катюши. Когда Кате было 5 лет, я была беременна вторым ребенком. И вот наступил момент ехать мне в роддом. Нужно было находиться несколько дней
подготовиться, так сказать, к родам. И мне передали передачу. Принесли котлетку, там кашку, то все. Кусаю, и мне попадается пуговичка в котлетке. И попадается на зуб, я чуть не сломала зуб. Я была в шоке. Давай вечером названивать домой, кто это, как это. А Катенька взяла трубку и говорит: «Мама, это я тебе подложила, чтобы ты меня вспомнила». Как и любая мать, своей дочери желаем счастья. Хочется, чтобы нашла хорошую половинку, достойную ее. Я решила ей помочь. А как помочь? Есть мальчик Андрей, с мамой, которую мы познакомились в Турции. Вместе отдыхали. Так разговорились. У нее сын, а у меня дочка. Почему бы и нет? Года 4 мы так переписывались с мамой. А встретиться с детям никак не приходилось. Приходится знакомить через ваше шоу. Почему Андрей? Ну, во-первых, подходит по возрасту. Можно сказать, и по росту. Катеньке нравятся темненькие мальчики. Пухленькие губки. Это за внешность. Он веселый, смышленый. Умный парень. Ко всему прочему, Андрей не чужой мне. Как мне кажется, они с Катей должны подходить. Потому что мы подходим с мамой. Сошлись мы как-то так. Привет. Привет. Меня зовут Андрей. Меня зовут Катя. Очень приятно. Взаимно. Достаточно симпатичный молодой человек. По его телосложению видно, что он чем-то занимается. Ты вообще спорт любишь? Да, очень люблю. Да? Да. Хотел бы тебе предложить поиграть в волейбол. Я с удовольствием. Да? Давай. Сейчас мне очень сложно сказать, от кого этот молодой человек, но я предполагаю, что, скорее всего, он или от мамы, или от Жанны. Я в волейбол тоже классно играла в детстве. Катенька, наверное, в меня. Очень жарко становится, надо раздеваться. Ну, начинай. О, раздеваемся. Секси пошел. Хороший мальчик, спортивный. Купальник это я ей выбирала. Цвет ее. Под ее глазки зелененькие. Глаз попала. Внимательный мальчик, обаятельный такой. Так ее нежненько поддерживает, аж приятно. Впервые с ним познакомившись, я не думала, что он настолько мил, что он настолько вот обходителен, но он произвел очень хорошее впечатление. Катюш, как тебе игра наша прошла? Ну, у тебя достаточно неплохо получилось. Тогда давай за это и выпьем. За нашу хорошую игру. За то, что у тебя хорошо получилось, у меня плохо. За нашу хорошую игру. Расскажи, пожалуйста, в чем ты еще молодец, чем ты занимаешься, какие у тебя интересы по жизни? Хочу, занимаюсь, люблю, очень спорт, конечно, его должны все любить. У меня футбол люблю. Да? Я играл в футбол, да, я очень люблю футбол. Я даже люблю футбол. Ты играл в футбол? Ну да, мое детское увлечение, как хобби. Футбол это вообще тоже на воротах стояло, как и мама. В Киеве занимаюсь организацией мероприятий, то есть это свадьбы, это дни рождения, какие-то банкеты. Также работаю пиар-директором в одном заведении. Так получается и по работе, и, допустим, по какому-то моему внутреннему состоянию, получается, что ну, отдыхаю часто. Но если с алкоголем это, допустим, сравнивать, я не злоупотребляю. То есть я алкоголь отношусь привзято, я вообще практически не пью. Где ты учишься? Учусь в Инфизе. Учусь в Москве заочно еще, но там учусь в компьютерной технологии. Зачем тебе два образования? Я себе так вот, я разбираюсь в спорте, я разбираюсь в компьютерах, то есть я на это и пошел учиться. В дальнейшем он сможет создать новую компьютерную игру,
а в футболе. Кем ты видишь себя в будущем? Программист – это как бы более заработная работа, но мне больше, как говорится, к сердцу спортом. Вот именно где-то это и какое-то министерство, возможно, спорта, что-то такое. Я очень... Министерство спорта очень, да. Ну. Катя тоже хочет в министерстве работать. Все любят командовать. Будешь детям показывать, да, чтобы они стремились не, знаешь, побить как, свои достижения. Много, как фраза, много чего там есть, но нет, что детям рассказать. Что бы ты никогда в жизни не сказал бы своим детям? Такие ситуации жизненные. Ну, допустим, что в университете и в школе надо учиться. Но я не учился там. То есть я, в принципе, я в учебе не силен. Я всегда делал вид, что я читаю. Книжка на 18-й страничке, там, допустим, там мама заходит через час в комнату, я специально переворачивал, там, не боже, на 25-й страничке. Ты будешь обманывать детей и рассказываешь, что ты был отличником в школе? Нет, я не буду их обманывать. Я скажу, что ваш папа не учился, но вы у меня будете учиться. Ты не считаешь, что это слишком эгоистично по отношению нет, к детям? Нет. Я не буду ботаников из них сделать. То есть какая-то минимальная база должна быть, но я еще не могу сказать ребенку. Да забей на учебу, не учись. Ты сейчас живешь с родителями? Нет. Какую роль занимают они в твоей жизни? Часто ли вы общаетесь и часто ли ты прислушиваешься к их мнению? Но у меня так получилось, что я с 17 лет уже сам. У меня отец далеко, мать далеко от меня. Поэтому, в принципе, ну, я с ними общаюсь, что с матерью, что с отцом, но... А как далеко твои родители от тебя? Отец у меня в Москве. Мать у меня в Египте живет. У меня мать вышла второй раз замуж. Ну, так ты частенько, да, в Египте? Это твое любимое место отдыха. В Каире мама у меня живет. Ну, у меня есть подозрение, что их наши мамы знакомы. Я слышала когда-то историю еще давно в детстве, то, что они там где-то отдыхали вместе. Мама рассказывала о молодого мальчика, то есть это было очень давно. Сейчас там ездишь, летаешь? Ну, был. Сейчас просто нет загранпаспорта. Как это у тебя мама живет в Египте, типа нету загранпаспорта? У меня, как тебе сказать, как наверное, у многих, я с армией сейчас решаю все свои дела. В армию я не считаю нужным на данный момент идти, потому что у меня у самого дед в Москве генерал. То есть он мне сам сказал, что вот ты в армию не пойдешь. Я бы не хотела, чтобы мой молодой человек пошел служить. Ну, я, конечно, не была там, я не знаю, чем они там занимаются, но по слухам, я не уверена в том, что в армии чему-то там особому научат. Расскажи, чем ты занимаешься? Работаю помощником юриста. Была практика, работала и в Национальном банке, и сейчас еще помощником судьи. Что тебе больше по душе? Для меня больше по душе это политика. Вот какие-то государственные, да, службы. Давай тогда выпьем за то, чтобы когда ты станешь великим политиком, чтобы там те руки ничего не крали. Честь покажет, да. Спасибо, Миша. Ці руки нічого не крали і не вкрадуть, так що голосуйте. Я думаю, вона знайде нужних людей, які допоможуть їй попасть в нужне русло. У тебе були серйозні отношения? Да, у мене були серйозні отношения, да, це був достатньо длительний. Що тебе ще інтересує? Скільки? Два роки я жила з молодим чоловіком. Не прижили? Ну как, сначала было все отлично, но потом мы поняли то, что ну, как бы нет, возможно, будущего в этих отношениях. Угу. Парень не очень был ревнивый и не разрешал ей вообще никуда ходить самостоятельно. Ну, она же молодая, хотелось вроде как погулять еще, себя показать. И сейчас ты сама? Ну да. Почему же сама, почему вокруг? Вокруг уже, я думаю, крутятся мальчики. Года идут. Уже как стареем. Бы стареем, да, и более серьезно как-то я вот отношусь уже к выбору своего потенциального молодого человека. Девушка может и в 30 лет выйти замуж, да, но в любом случае, как бы, парню 20, у него девушка 20 лет, парню 40 лет, у него девушка все равно 20 лет, парню 60 лет, у него все равно девушка 20 лет. То есть где-то у нее есть и доля правды. Ну что ж, Андрей, спасибо большое тебе за такое свидание. Я хочу пригласить тебя на второе свидание. Группа «Воя». Он произвел очень хорошее впечатление. Но что касается отношений, могут ли они быть, я думаю, жизнь покажет, и наша дальнейшая с ним встреча, которая скоро состоится, позволит прояснить какие-то обстоятельства. На данный момент я не могу говорить речь о каких-то отношениях, в смысле, но увидеться, то есть провести время, почему бы и нет. Наша героиня уже побувала на трьох побаченнях. Кожне було особливим. І визначитись, кого з хлопців обрати, надзвичайно складно. Тому дівчина зустрінеться з ними ще раз. Кому вдасться завоювати її серце? І хто з близьких знає смаки красуні найкраще? Дивіться далі.
Наша героїня – 20-річна Катя. У неї немає пари. Зате є рідні та друзі, які хочуть допомогти їй зустріти справжнє кохання. Завдяки їхнім зусиллям Катя вже побувала на 3 побаченнях. Подруга Жанна влаштувала їй зустріч із милим Дімою. Колега Аня з впевненим у собі Максимом. А мама Ольга Михайлівна з життєрадісним Андрієм. Жоден з хлопців не залишив Катю байдужою. Проте вона досі не знає, кого ж обрати. І може тільки здогадуватись, хто з друзів порадив їй якого кавалера. Після побачень тет-а-тет наша героїня запросила хлопців на ще одне, найпікантніше. Тепер вона зустрінеться одразу з 3 кавалерами. Рідні та близькі нашої героїні стежать за побаченням разом. І за мить вперше побачать суперників своїх протеже. Привет. Рада ще нашій зустрічі ще раз. Взаємно, Максим. Ти отлично виглядиш, на сонечко похоже. Спасибо. Ну что ж, проходи, и мы с тобой увидимся чуть-чуть позже. Хорошо. В предвкушении победы. Привет. Привет. Шикарно выглядишь. Спасибо большое. Ты какой-то подуставший. Не выспался? Выспался. Ночь веселая была. Я тебя понимаю. Ну что, заходи. Увидимся чуть-чуть позже. Привет. Дима. Привет, Максим. Приятно. Привет, Катюша. Привет. Очень рад тебя видеть. Взаимно. Сегодня очень красиво. Спасибо. У тебя тоже очень хорошо все стоит. Я в воротничке. Заходи. Мы с тобой увидимся чуть позже. Спасибо. 3. Дима. Максим. Андрей. Надеюсь, настроение мне сегодня никто не испортит. Поехали. Как у кого, ребята, прошло свидание? Свидание прошло нам замечательно. Катя на него пришла? Конечно. Я просто был уверен, что после моего она уже не пошла на другие. Ты ошибаешься. Мы, например, с ней были на сварке. И у нас все было хорошо на яхте. Вы были на яхте. Одни понты. Ребята, как нам повезло с участницей. Спасибо. Спасибо большое. У тебя такое платье, ты зашла и сразу осветила весь наш зал. Спасибо большое. У меня есть предложение поднять бокалы за нашу встречу. Отличная идея. Сейчас мой друг все нам организует. Я уже знаю, что шампанское – это любимый напиток Кати. И за встречу. Да, это грех не выпить с такой красивой девушкой. Грех просто не выпить. Ну что, как вы думаете, чем мы будем сейчас заниматься? Я думаю, рисовать будем. Чего ты это взял? Ну что, как мы начали, Миша? Уверен, что мы будем рисовать наше следующее свидание, как мы его представляем. Вы нарисуете меня. Что у вас там такого смешного? Мне кажется, эта девушка настолько же красивая и привлекательная, как ты. Ты уверен в этом, да? Да, потому что у нее очень много друзей, поскольку у нее все время в руке разрывается мобильный телефон. И даже солнце в шоке от ее красоты. Дим, твоя очередь показать, на что ты способен. Смотри, я нарисовал просто улыбку, поскольку ты часто улыбаешься. Нарисовал улыбку твоим самым любимым цветом. Это я очень сильно.
А это я просто рисовал, скучно было. Это не Катя. У меня плохой художник. Дима, эротические фантазии. Ну да. Ты любишь жестких женщин. Чужая, я нарисовал звездочки, чтобы они для тебя всегда сверкали. И солнце всегда ярко светило, чтобы ты всегда улыбалась. Закламила, знаешь, звезды солнца. Можно я посмотрю, что нарисовано здесь? А это я нарисовал там Вова. Прости, а как он связан со мной и... Я бы хотел, чтобы этот домовой я всегда охранял. Чтобы что? Чтобы он тебя всегда оберегал. Дима, ты, я так вижу, ты слишком волнуешься, да? Ты так быстро выпила шампанское? Не, я не волнуюсь. Все, так быстро выпил. У нас же девушка такая красивая. Обычно пьют много, когда со страшными. Не, ну если бокал шампанского для тебя много, то ты, наверное, пьешь как девочка. Нет, я увлекаюсь только соком. У меня сложилось такое впечатление, что мальчики пришли побороться, показать себя и показать, насколько один лучше другого. Ну вот ты так много говоришь, но физически складывается впечатление, что ты слабее Кати. А давай, вот на руку, давай поборемся и все. Это мужской вид. Я не мешаю никому здесь, на самом деле. Может, мне тоже пойти там поджимать? Ну, на руку тебе просто. Ну, давай поборемся. Мне надо рубашку снять, просто порву ее. А не порвешь, не переживай. Катя, скажи, чтобы не разделись. До пояса. Ты выбирать по телу. Ребята, что вы делаете, если она сегодня выберет меня? Что вы? Думаю, что выиграет настоящая мужская сила. Очевидная победа. Ну, Дима, моя, понятно, очевидная победа Дима, да. Ты видел своего Диму? Серьезно? Ну что ж, ну давайте. Пускай победит сильнейший. Начали. Так ты же не себя тянешь. Боже, сейчас сломается стол. Так если это не, ну это реально нечестно. Ты взял, передернул меня, потянул к себе. Я считаю, это была незаслуженная победа, потому что я дрался по правилам, а ты просто перетянул вначале меня на себя. Значит, я силёнок мало, если я тебя перетянул. А я считаю, после боя никаким там, чем там не машут. Ничем не машут, уже все. Ну, мальчики, я не разбираюсь в плане честности, да, в условиях этого всего соревнования, но результат налицо, и, Дим, ты молодец. Спасибо. То, что Дима победил в силовом соревновании, это меня удивило, потому что Максим явно выглядел в более выигрышном положении. Я думаю, в борьбе по длине языка Димы не будет равных. Ребят, спасибо большое за такое еще одно замечательное свидание. И отдельное спасибо, Андрей, тебе за твой массаж. Тебе тоже достаточно сильные руки. Вот. Но для того, чтобы сделать окончательный выбор, мне нужно немножко еще подумать. Вот. И поэтому давайте увидимся с вами чуть-чуть позже. Давай, думай. А ты, Геркулес, давай шагай. Побачення в чотирьох трохи засмутило нашу героїню. Хлопці так захопилися, з'ясовуючи стосунки, що Катя на мить відчула себе зайвою. І серйозно задумалася, кого ж обрати – Діму, Максима чи Андрія. До церемонії фінального вибору залишилися лічені хвилини. Як тобі тут Андрій з масажем? Ну, я надеюсь, он хоть с массажем смог удивить девушку, потому что ничем остальным у него больше не получилось. Соревнование это вообще было похоже на цирк. Ты уверен в своей победе? Однозначно. Ольга Михайловна, как вы думаете, не слишком ли я скромно выглядела среди парней? Что тебе сказать? На фоне остальных, конечно, ты выглядел лучше всех, но ты мог бы себя лучше проявить. Я так и знала, что ты победишь этого Максима. Ребята потерпели славно, да? Да, мне кажется, все прошло хорошо. У тебя хорошее чувство юмора, ты это показал. И вообще был самый активный. Все остальные такое ощущение, что просто заснули уже. Мне, как любой одинокой девушке, хочется иметь в своей жизни надежное плечо. И, возможно, сегодня именно тот день, когда оно появится в моей жизни. Привет. Привет. Привет, Катя. Рада вас еще раз видеть. Максим, спасибо большое тебе за замечательную прогулку по Днепру. Мне такого еще никогда не было. Мне очень понравилось. Андрюш, спасибо тебе за игру в волейбол. Мы очень классно поиграли, покупались в Днепре. Дима, ты был самым оригинальным, и свидание с тобой мне никогда не забудется. Ребят, с вами мы пережили достаточно много эмоций, но один из вас впечатлил меня больше всего именно как мужчина. И поэтому сейчас мне нужно сделать выбор.
пользу одного из вас. Дима, ты очень веселый молодой человек, с тобой не скучно, но то, как ты вел себя на групповом свидании вместе с Максимом. Максим, а тебя такого не ожидала, ты произвел впечатление очень галантного и воспитанного молодого человека. И то, что происходило сегодня между вами, меня это, конечно, очень сильно поразило и позволило сделать некие выводы. Но больше меня смущает тот факт, что в жизни твоей, Дима, очень поверхностное отношение к девушкам, то, что ты им изменяешь периодически, да, я никогда не буду в числе этих девушек, поэтому, Дим, нам не по пути. Как ты думаешь, кто меня выбрал? Я думаю, это Жанна. Я не уверен. Давай проверим. Давай. Мне очень жаль, что у вас с ним ничего не сложилось, потому что мне казалось, что вы очень подходите друг к другу. Жаль, что только тебе это казалось. Андрей, мне очень понравилось то, что ты самостоятельный парень. И также меня впечатлило то, что когда остальные два молодых человека занимались показательным выступлением, ты это время уделял мне. Также у нас, как и с Максимом, так и с тобой, очень много общих интересов, которые связаны с нашими увлечениями. Но, Андрей, ты, ну, я бы сказала, слишком сладкий. И я не могу сейчас найти в тебе хотя бы один минус. И меня настораживает это, потому что, скорее всего, это, ну, очень часто бывает такое в жизни, что этот минус проявляется очень спонтанно. И поэтому я не выбираю тебя, Максим, потому что мне кажется, что ты в какой-то степени задавишь меня своим эго, и все-таки я за равноправие в отношениях. Ты девушка, тебе виднее, что лучше для тебя. Катя, как ты думаешь, кто меня посоветовал? Я думаю, тебя позвала сюда Аня. Да, это действительно я посоветовала Максима, и мне очень жаль, что ты не сделала правильный выбор. Ну, возможно, за время нашего общения я не видела в глазах Максима какой-то особой заинтересованности по отношению к себе, как к девушке. Но жизнь покажет. Ну что, как ты понял, мои предпочтения сегодня я отдала тебе. И я так поняла, что мама, да, моя позвала тебя сюда, а мама плохого не пожелает. Да, Катюш, ты права. Ну что, вот выбор дочери. Очень приятно было познакомиться. А меня поцеловать? Андрюша, это правильный выбор моей дочери. Андрюшка, спасибо. Поздравляю. Отдаю, Андрюша, тебе дочку в свои руки. Будь настоящим мужчиной. Ой, подожди. Так, шампанское было лишним. Любая девушка, когда выбирает парня, она руководствуется не только головой, но и сердцем. Я думаю, Кате лучше знать, что ей подходит. Дима, ну как ты мог такое сделать? Я надеялась, что она тебя выберет, а ты? Просто не подошли друг к другу. Как это не подошли? Ты просто постоянно был занят ссорами с какими-то другими ребятами. Она и близко не в моем вкусе, поэтому как бы я особо не расстроился. Ладно, Дим, найдем себе другую. Да я сам себе найду. Да посмотрим. Видишь, как силами не меряйся, а все равно победил массажист. Ну, то он и есть ухажер-массажер. Ладно, не обижайся, удачи тебе. До встречи. Решту серий дивіться на TED.TV.